Короче, давайте попробуем дать утенку крупы помолотой специально для него. Что думаете, будет? О, бродяга, и что тебе нравится? А? Короче, решили назвать его супер утка. Пускай здоровый растет и крепкий. Ох ты как, ты мне чуть с ладошки, короче, не съел. Ты аж там за моей мозоли, короче, цепанулся. Давай с тобой договоримся, что ты меня самого щипать не будешь. Ладно? Вот ты, слушай, ты прям как хомяк. Я тебе говорю. У тебя это, хомяков в роду не было? А? Сейчас я тебе попить принесу, короче. Ты потому что, смотри, не поперхнись. Согласен? Все, я пошел, короче. Пошел, воды принесу тебе. Давай, пока-пока.